Друзья, привет. Подожду сейчас кого-нибудь. Привет, привет. Вижу новеньких. Давайте, присоединяйтесь. У меня эфир без темы. Давно не выходила, и мне и вам требуется сейчас позитива. Вот, поэтому решила выйти, поотвечать на какие-то вопросы, а то я давно про вас забыла, давно не отвечала. Серьезно, я попала на прямой эфир, ура! Куралай, привет! Да, я очень давно не вела эфиров. Даже не знаю, что на это сказать. Не было вдохновения у меня. Вот, сегодня оно у меня есть. Какие бы новости сейчас бы не были, у меня прям супер настроение. И я читала твои посты, и бац, привет из Ставрополя. Привет, привет из Турции. Мне тоже позитивчик надо. Да, всем сейчас нужен позитивчик. Я хотела, знаете, что вам напомнить? Осенняя хандра какая-то. Да тут не то, что осенняя хандра. В мире творится сейчас такой беспредел. Я, знаете, что вам хотела напомнить? Помните такую фразу, которую уже доказали многие люди? Вот, это доказано. Допустим, если в одном каком-то большом городе, например, есть 1, 2, 3 человека с высокими вибрациями, светлых людей, которые не впадают в уныние, в депрессию, которые, ну, можно сказать, я не знаю, там, просветленные, проснувшиеся, или те, кто находится не в вибрациях уныния, там, депрессии какой-то, они поддерживают своим биополем всего лишь пару человек. Большой город, да, поддерживают своими вибрациями состояние всего этого города. Это доказано. Например, если есть такие люди, там 2-3 человека, то в этом городе меньше там убийств, воровства, каких-то проблем. То есть город более-менее живет, ну, не позитивно, как сказать, без каких-либо суперглобальных там проблем. Вот. Сейчас на фоне всего, что происходит, начинается какая-то всеобщая истерия. Первый совет. Выключайте телек, не слушайте новости, потому что мы уже с вами знаем, когда у нас была тема с вакцинацией, тема февральская с Украиной, вот сейчас это все продолжается. Все слушали новости, да, и они все противоречат друг дружке, но нету там правды. Поэтому выключайте все эти новости и попробуйте стать тем человеком, который будет хотя бы в своем районе, в своем там большом доме, на своей улице поддерживать высокие вибрации. То есть вы должны оставаться хладнокровными, позитивными. Почему-то это все, что не происходит, это хорошо. Со светлыми людьми ничего не может случиться. То есть вы не можете впасть в какие-то проблемы, да, которые лично вас коснутся жестко, если вы будете находиться на высоких вибрациях. Если вы впадаете в панику, в уныние, вы свои вибрации понижаете. Снежный ком, на вас начинают наваливаться проблемы. И не только глобальные, масштабные, но и точечные. Там начнете там бить посуду, утюг сломается. То есть все начнется с мелочей, если ваши низкие вибрации все ниже, 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 с мелочей вокруг себя начнете наблюдать вот такие вещи. Что-то дома начинает ломаться, куда-то деньги там пропадают, вас там увольняют, куда-то люди уходят. То есть не поддавайтесь вот этим паникам, не смотрите телевизор. Вот выкиньте его вообще. Так, что я хотела? Вот я вот это хотела вам сказать, что вы должны помнить, что ваше состояние, оно влияет не только на вашу личную жизнь, да, а на тех, кто вокруг вас находится. Старайтесь друг друга поддерживать. Так, действительно нет настроения, особенно народу Кыргызстана в связи с атакой на Биткенскую область в Таджикистане. Тут
не только Казахстан, Кыргызстан, Украина, Россия. Сейчас вообще под прессингом все, это уже давно идет. Но чем больше люди сейчас начинают впадать в эту панику, чем больше люди начинают сейчас истерить, негативить, не поддерживать свое настроение, не контролировать его. Да? Если оно падает, вам нужно отвлекаться, вам нужно как-то себя развлечь. Но не вот эти хихоньки-хахоньки, веселиться там праздником. Нет, обдумать, что мир мне транслирует. Поработать с собой. Если я вижу конфликты вовне, да, то это какие-то мои внутренние конфликты. Начать себя разбираться в каких-то точных своих проблемах для того, чтобы мобилизоваться внутри себя, да, организоваться внутри себя, чтобы найти там свой какой-то внутренний стержень. И от нас уже лично зависит, если мы проработали в себе что-то, да, и общее настроение, и общие какие-то вещи, которые творятся в мире, от каждого зависит. Мы все коллективно творим, ну, все, что происходит вокруг нас, мы все коллективно творим вот это все сами. И каждому придется сейчас взять себя в руки и максимально, прям, ну, по возможности максимально разбираться, почему-то это хорошо, почему, какие здесь выгоды для меня, зачем мне это нужно, где мне рассмотреть в себе вот эти вот проблемы, где я сама с собой конфликтую, где мои желания, допустим, внутренний конфликт обычно между мужской и женской энергией, мы же внутри, да, между желаниями и действиями. Мы много чего хотим, не делаем, у нас противоречащих желаний очень много, мы все время в недовольстве, все время в недостатке, то есть мы все время испытываем чувство, что нам чего-то не хватает, мы боимся что-то сделать и так далее. Вот пока мы сами с собой не разберемся, да, вот это вовне, оно не поменяется, потому что внешнее — это отражение нашего внутреннего состояния. Коллективно мы сейчас друг друга пытаемся подавить, раскритиковать. Человек, который позитивный, даже у него все хорошо, на него начинают наседать там, допустим, друзья и родственники. Да ты посмотри, что в мире творится, и пытаются еще больше этого человека, который своими вибрациями, блин, поддерживает всех вокруг, пытаются его опустить. То есть я внизу, и я тебя еще тоже подтяну. Мне плохо, ты должен со мной опуститься, чтобы тебе тоже было плохо. И вот так вот мы сейчас живем. Надо менять вот это вот все. Если нам плохо, нам надо искать людей, которые нас будут вдохновлять на то, чтобы нам стало лучше. А не пытаться искать этих людей для того, чтобы их опустить. И вот что мы сейчас все делаем? Мы пытаемся друг друга втянуть в какую-то депрессию. Я это смотрю сейчас по всем своим знакомым, друзьям, всем плохо, новости просто с ума сводят. Вы должны помнить, что от вас лично, да, от вашего состояния, как вы настроены, что все будет хорошо, с вами ничего не может случиться. Это реальность, как вы думаете, вот как вы о себе думаете, что ничего с вами не случится, будет подтверждаться, и с вами действительно ничего не случится. Но если вы начинаете себе накручивать, ой, все плохо, ой, вообще что творится, перемалывать вот эти косточки, вы свои вибрации просто вниз, 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 вниз. Чем меньше частота ваших вибраций, да, ваших действий, ваших реализаций, ваших движений каких-то, тем хуже вокруг вас становится. И вы не только эти новости будете получать извне, где-то там, которые происходят. У вас вот точечно внутри вашего дома начнутся поломки, да, и внутри там вашей семьи, работы и так далее тоже будут проблемы. Поэтому вы должны сейчас себя настраивать, максимально быть в себе, на своих чувствах, да, и контролировать. Перемываете вы там косточки кому-то, осуждаете ли вы? Не надо осуждать ни правительство, ни знакомых, ни людей вокруг за их проявление, за что они там делают. Чисто только собой занимайтесь. А что мне это говорит сейчас, эта ситуация? Да? Где мне нужно пересмотреть то, как я живу? Где мне нужно пересмотреть свои желания? Где мне нужно пересмотреть свое состояние? А не живу ли я в прошлом, в своих обидках каких-то? Не живу ли я в будущем? Есть ли я сейчас в настоящем, что я сейчас чувствую, как это поменять. Как только вы себя наблюдаете, да, что вы сейчас чувствуете, например, депрессию, апатию, там, лень, еще какую-то фигню, как только вы это в себе увидели,
у вас автоматически появляется желание прекратить эту фигню, прекратить бездумно сливаться, опускать свои вибрации, сливаться в негатив. Вот вам всем, от нас всех зависит, да, чтобы в мире все было хорошо, зависит то, что мы сейчас в данный момент проживаем. То есть депрессия, негатив вам не помогут. То есть от того, что вы сейчас будете перемывать кому-то косточки, впадать в уныние, в депрессию, в лень, пытаться решать проблемы борьбой, вот от этого никому лучше не станет, ни вам, ни окружению. Но как только вы соберетесь, да, внутри мобилизуетесь, потому что сейчас внешний мир нам подсказывает мобилизация, мобилизуйтесь внутри для себя, найдите в себе внутренний конфликт, найдите в себе вот эту расхлябанность, где вы вообще не живете здесь сейчас, где вы живете там в будущем, в прошлом, лелей всякие свои проблемы, даже мелкие в масштабах, которые ну, не имеют никакого смысла. То есть вам нужно сейчас фокусом внимания быть на себе и максимально быть уверенным в завтрашнем дне, что все будет хорошо. Ваши мысли, какие у вас есть в голове, они проецируют сразу внутренние решения какие-то. Эти решения наше тело начинает выполнять какими-то действиями. От действий уже зависит наша реальность. Но если наши мысли изначально, что все плохо, ничего не получится, вот я не могу, блин, а мне страшно вот сделать шаг, мне страшно там что-то сказать, все, ваша реальность будет показывать, что все реально плохо, что все будет там рушиться, ломаться и так далее. То есть в первую очередь давайте будем с вами максимально сейчас мобилизованы, да, в своем состоянии контролировать свое поведение, контролировать свои мысли, контролировать там свою депрессию, апатию и выходить с этого быстро. Если вы этим не будете заниматься, ребят, ваше окружение будет все время транслировать проблемы. Сестра в панике, я ее успокаиваю, чувствую себя норм. И я в себе сейчас, без осуждения, конечно, все будет хорошо. Татьяна, молодец. Еще раз напомню, в начале эфира говорила, это уже доказано. Если в большом городе есть хотя бы пару человек, там один, два, три светлых, которые живут на высоких вибрациях, которые не опускаются до вот этого состояния уныния, депрессии, которые в настоящем моменте живут, которые наслаждаются жизнью, неважно, что бы ни происходило вокруг, они уверены, ну, почему-то это хорошо, для чего-то это нужно. Они своими вибрациями поддерживают весь город. В этом городе меньше проблем, меньше там, воровства, там, убийств, аварий и так далее. Потому что эти люди своим биополем держат весь город. Вот надо каждому сейчас стать таким человеком. Как выйти из состояния недостатка? Все действия в жизни исходят из этого состояния. У меня есть бесплатный курс, на котором я не закрываю на платные. Я собрала все свои курсы, которые были раньше платными, и все выложила бесплатно. Самое первое задание — научиться жить из достатка, а не недостатка. Если мы все время в недостатке с вами, там у меня на курсе упражнения есть, как раз-таки, чтобы вот это решить. Если мы живем в недостатке, нам мир все время будет показывать недостаток. У тебя есть посох? Я дам тебе посох. Нет посоха? Я отберу посох. Что это значит? Если я вижу, сколько у меня всего вокруг есть, то этого станет еще больше. Мой фокус внимания на этом. Если мой фокус внимания, что вечно мне что-то не хватает, я в это время не вижу, что у меня есть, какие у меня есть ресурсы, блага и так далее, на них вообще не обращаю внимания, мой недостаток будет умножаться. Где фокус внимания, то и множится. Вам нужно переключаться из недостатка на достаток. Вот самое-самое первое упражнение в бесплатном курсе, ссылка в шапке профиля у меня здесь в Инстаграм. Заходите на курс в Телеграм и бесплатно проходите все задания, отписывайтесь в комментариях, если какие-то вопросы, все коллективно друг другу помогают, в том числе я отвечаю на вопросы, если что-то там непонятно. Учиться жить с фокусом внимания на достатки — это, можно сказать, процесс обучения, который нужно периодически, даже нет, не так скажу,
Этому нужно учиться и периодически это практиковать. Хотя бы там неделю-две, каждый день вы должны выполнять это задание, чтобы у вас это встроилось на подсознательном уровне, чтобы вы уже перестали вот эти недостатки выискивать все время, а наоборот смотрели, сколько у вас всего есть. У вас сейчас есть кровать, у вас есть теплая постель, у вас есть крыша над головой, неважно, съемная, несъемная, у друзей вы там живете, хоть где. У вас есть ложка, с которой вы можете есть. Вам люди создали кружку, чайник, вы можете чай попить. У вас есть хоть какая-то одежда, даже есть трусы, я не знаю, есть душ, есть вода, вы можете попить. Даже если у вас нет еды, но у вас есть картошка. Как минимум, вот это упражнение, когда вы будете перечислять все, что у вас вокруг есть, со временем вас научит уходить вот от этого недостатка. В общем, заходите на курс, начните проходить. Неля, курс по токсичным отношениям больше не проводится. Запросов нету. Если у меня будут такие запросы, я, конечно, проведу такой курс без проблем. Книжка «Токсичные отношения» у меня есть. Я хочу сейчас ее дополнить для издательства, сделать толстой. То есть у меня есть не книжка, а презентация, где идет пошаговая инструкция работы с токсичными отношениями. Вы можете ее приобрести. Пока курса нету, да. Позже выйдет у меня полная книжка с объяснениями каждого пункта. А курс, ну, если будет хотя бы несколько запросов на курс отношений, я проведу. Времени вагон. Так, Нелли, что ты думаешь, это репты так вытворяет? Или по промыслу Божьему это по плану? Типа, так было не раз с человеком, и пришло время этого цикла божественного. Благодарю. Очень интересный вопрос. Я не знаю, кто это вытворяет, но как минимум мы сами люди творим эту реальность. Причем не каждый в отдельности, а мы все коллективно, как клеточки единого целого, целой системы, мы творим коллективно все, вот, что вокруг нас происходит. И нам причем это выгодно. Кто был на моих курсах раньше, проходил там разные совершенно курсы, понимает. Если задать вопрос, там, почему ты захотел, чтобы у тебя умер ребенок, или почему ты хочешь быть больным раком, или почему ты хочешь, чтобы у тебя там украли там миллионы долларов, или почему ты хочешь жить как бомж на улице. И люди, которые не проходили курсы, они такие: что ты мне чушь такую говоришь, как это я хочу? Я не хочу. Но те, кто проходили курсы, либо работали со мной на консультациях, находили там сотни причин, что они действительно хотят, чтобы у них не было дома, чтобы у них умер ребенок и так далее, и так далее. Есть причины. Для войны тоже есть причины. И нам это выгодно. Каждому. Каждый создает своими противоречивыми желаниями, своими мыслями, своими токсичными мыслями. Все, что вокруг нас есть. Мир — это просто наше зеркало, которое нам показывает все, что мы не хотим в себе видеть. Мы смотрим на мир, себя изучаем. С началом войны сильно обострились отношения с мамой. Даже не могу спокойно с ней разговаривать. Так сильно она раздражает. Понимаю, что нет принятия внутри женского начала. Как изменить это? Ну, первый вопрос задай себе. Для чего я хочу, чтобы мама меня раздражала? Да, что она мне показывает? Мама пытается вытащить из тебя то, что ты упорно не хочешь в себе замечать. Вот, она пытается тебя раздражить, чтобы ты вытащила из себя что-то. Ну, а здесь надо предметно просто разговаривать. Я не знаю, ну, на каком фоне у вас конфликт, да, о чем именно, что не нравится. Может быть, она говорит: слушай себя, там, сделай вот выбор, вот так вот будет лучше и так далее, а ты себя не слушаешь. Можешь, живешь там в угоду других людей. Может, хочешь быть удобный, хороший, там, чтобы тебя любили, подстраиваешься под других, да, не имеешь свое «я» или не умеешь сказать «нет», четко обозначить там свои границы или еще что-то. Мама пытается что-то доказать. Знаете, что еще хотела сказать вот к этому? Вот если мы, допустим, с вами любви просим там у Бога, у Творца, у мира, у Вселенной, у себя, не знаю, вы думаете, вам любовь будет дана? Нет, вам будет дана ситуация или ситуации, которые будут показывать вам, чтобы вы проявляли любовь. То есть вас будет не любить, шпынять и так далее, а вы должны прокачать свою любовь и все равно любить, несмотря ни на что. Если вы просите сил, вы думаете, вам силы будут даны? Нет, будут разные ситуации,
где вам придется прикладывать свою силу. У вас там начнутся рушиться там рабочие какие-то отношения или там проблемы с бизнесом, для того, чтобы вы смогли приложить свои силы и выйти из этой ситуации победителем. Если вы просите там спокойствия, например, вы хотите спокойствия, давайте не просим, а вы хотите, вы желаете, прям пишите, я хочу спокойствия. Вы думаете, вам будет дано спокойствие? Нет. Вы, наоборот, начнете жить еще больше в беспокойстве для того, чтобы прокачивать свою силу спокойствия, чтобы оставаться спокойным в любых ситуациях. То есть ситуации, что бы вы ни хотели, всегда обостряются для того, чтобы вы этот навык прокачали, потому что в вас уже есть и сила, и любовь, и спокойствие, и так далее. Просто вы это не проявляете. И ситуации начинают вас прессовать, чтобы то, что вы хотели в себе обнаружить, вы могли это обнаружить. Буквально вот, допустим, я хочу... Что еще? Какой пример? Чего мы так хотим? Гармонии, да? То наш мир сразу будет показывать дисгармонию. У вас везде будет дисбаланс. Для того, чтобы вы смогли научиться гармонии в этом дисбалансе, гармонично все делать. То есть... Каждый раз, когда мы чего-то хотим, в нас это уже есть, мы просто это не видим. И мир будет, наоборот, нам давать прямо противоположное, чтобы мы учились тому, что мы хотим. И если мы хотим сейчас, чтобы не было войны, то она будет. Ну, у нас фокус внимания же на этом еще, к тому же. На чем фокус внимания? То и множится. Я не хочу войны, частичка не мозгом не воспринимается. Мы хотим войны. Для того, чтобы научиться в этой войне многим навыкам, которые мы хотим. Любви, сочувствия, сопереживания, поддержки, что там еще. Мы настолько с вами стали эгоистами, настолько стали жить ради себя, никому не помогая, не поддерживая. Вы только посмотрите на интернет. Что ни коммент под любым видео, сторис, постом, то обсираловка. Под любым этим постом, комментарии, как бы загнобить человека, да, за то, что он хоть как-то там проявился, неважно, что он написал, правильные вещи с точки зрения вашего мозга, да, или неправильные. Для кого-то это будут правильные вещи, для кого-то неправильные, для всех мил не будешь. Но каждый почему-то решил, что он вправе гнобить рядом других людей, который является его ресурсами, его продолжением, его клеточкой от целого, который дает все блага для нас. Но мы почему-то плюем каждому в лицо, совершенно любому, да, кто нам приносит пользу. Вот вы, закрыв глаза сейчас, да, и положив руку на сердце, скажите, вы без этих всех людей вокруг вас, которых вы гнобите, унижаете, критикуете, там, опускаете или еще что-то делаете, все они неправильные мужики, козлы, бабы, дуры и так далее, без них где бы вы сейчас находились? Вы, наверное, были бы один в пещере с тиграми. У вас бы не было ни кружки, которую для вас создавали, ни там водопровода, никто бы вам ни дом не построил, ни одежду шил, ни ткани эти сделал, не выращивал там шелкопрядов. Кто-то на плантациях чай выращивает, кто-то убирается на улице. Каждый человек вносит вклад в эту жизнь, а вы людей ненавидите. И вот пока вы это не осознаете, у нас будет война. Для того, чтобы вы научились в этой войне ценить друг друга и любить. Поэтому все, что сейчас не происходит, это хорошо. Это для нашего опыта, для наших осознаний, для наших с вами поступков, чтобы мы научились с вами, блин, жить в гармонии. А то забыли мы с вами, когда все хорошо в жизни, поддерживать этот мир. Если мы не можем поддержать мир в семье, в своей собственной, и наладить с мамой, да, отношения, наладить отношения с детьми, с мужчиной, с женщиной, там, муж с женой, с друзьями, если мы не можем наладить отношения там, на работе с коллегами, то откуда, вот скажите, откуда
будет мир на планете. Ну, это невозможно. Так. Не могу понять, увидеть свой внутренний конфликт. В моей стране все тихо, и к нам мигрируют граждане России, но конфликта в мире есть. Конфликт всегда между нашими желаниями, нашими действиями, между нашими страхами. У нас у каждого есть свое предназначение делать все, что мы хотим, по радости, если это приносит нам и миру пользу. Если вы мастер лепить горшки, то вы должны наслаждаться этой работой и радовать мир своими горшками. Но у нас внутри куча отговорок. У меня не получится, я не знаю, я не умею. Я вот пробовал один раз или три раза. У меня не получилось. Никто не хочет прокачивать свое мастерство, никто не хочет идти до конца, бросает дела сразу, как только начал. Лень, апатия. Ну, лень, апатия понятно, потому что мы не можем с вами быть продуктивными, и у нас мало энергии из-за еды, которую мы едим. То есть вы закидываете в себя яд, постоянно убиваете, у вас нет желания на действие. Когда мы еду поели с вами, у нас пропадают все желания, а нет желания, нет энергии, естественно. Вот, то есть мы смотрим телевизор, зомбируемся, идем на поводу толпы, не слушаем себя, свой внутренний голос, не хотим думать, как принести пользу этому миру, кому-то помочь, себе помочь. То есть у нас лишь бы сейчас заработать побольше денег и унизить другого человека. Это вот что у нас в голове. Внутренний конфликт между желаниями и действиями. То есть женская энергия — это желание. Плюс принятие, да, то, что сделал внутренний мужчина, наши действия. То есть принятие наших действий по нашему желанию, которое мы сделали. А мы что делаем? Мы что бы с вами ни делали, мы себя критикуем. Ой, я не так сделала, может быть, не так надо было делать. А может, я не буду это делать, а вдруг я сделаю неправильно. То есть мы все время себя отговариваем и не даем нашим желаниям выйти наружу. То есть мы не генерируем энергию из-за того, что ну, просто тупо не делаем что-то. Что могли бы делать. То есть мы свою функцию каждый не выполняем, не хотим. У нас вот на этой почве конфликт. Представьте организм, в организме клеточки. И если одна клетка откажется там жить, а такие клеточки рядом посмотрят и вдохновятся, и тоже откажутся жить, а клетки эти, допустим, сердце, то наше сердце перестанет работать, вымрет весь организм, ну, без сердца, либо без почки, либо там без селезенки. Кровеносные сосуды вдруг скажут, что мы не хотим вам помогать, мы хотим сами по себе. Вот, что какие-то в теле клеточки просто начинают саботировать, отказываться, обмениваться, да, своим трудом друг с дружкой и вдохновлять, чтобы все были здоровы, то страдает весь организм. Вот мы также люди на планете, мы страдаем от того, что у нас внутренний конфликт. Мы не хотим делать то, что вот предназначено нам. То есть клетки предназначены там, плодиться, очищаться, кормиться, принимать, что ей там кровь, микро-макроэлементы там, приносит, очищает. То есть клетка отказывается от всего, что дает мир, от ресурсов, от информации, жить. Вот своим присутствием даже уже достаточно клетки, которая живет, да, чтобы жил весь организм. Мы от этого отказываемся, то есть мы не делаем. У нас есть желание, желание — это подсказки, да, как нам нужно действовать. Мы не хотим слушать, как нам нужно действовать, и не действуем. Вот и все. Вот есть внутренний конфликт. И если вы не хотите действовать, допустим, девушки, отражение мужской энергии — это мужчины вокруг нас, они тоже ничего не хотят делать. Потому что вы внутри не действуете по своим желаниям. Женщины вокруг вас, если вас не устраивает, они тоже ваше зеркало. Они вам показывают, что ваше желание не ваше нифига. Вы зазомбированы, где-то эти желания чужие исполняете, да, не свои. Потому что вам страшно отказаться, а вдруг вас не будут любить. Да вас не будут любить, если вы живете по чужим желаниям. Как клетка, которая не хочет выполнять свою функцию, допустим, возьмем клеточку, которая не хочет выполнять свою функцию. Она думает, вот я выполню функцию клетки рядом, у которой совершенно другая функция, и меня эта клетка будет любить. Но она не может вас любить, потому что вы ей не дадите то, что ей нужно, потому что вы не выполняете свои функции. Я надеюсь, я понятно сейчас объясняю.
Что делать мои против русского жениха? Куда копать? Наплевать, если вы выбрали, вы должны отстоять его всеми правдами и неправдами и объяснить. Но жить чужой жизнью, как хотят другие, вы точно не должны. Не знаю, какой мужчина мне подходит, как себя узнать. Каждый момент времени, какой бы мужчина рядом с вами бы не был, он точная копия вас. Меняетесь вы, меняется мужчина, меняется окружение. Будет это другой мужчина или этот же. Но отражаться всегда будет только ваш разум в мужчине, который вы видите рядом с собой в данную секунду. То есть какая вы, такой мужчина. То есть вы всегда достойны того, вот, кто рядом. И если вы хотите какого-то другого, вам придется с собой поработать. То есть вам придется понять, да? Я хочу мужчину, который действует. Мужчина — это действие, это не слова, это действие, который берет и делает. Мужчина — это делать. Если ваш мужчина только говорит и ничего не делает, значит, стоит обратить внимание на себя. Я вообще свои желания хоть какие-то выполняю, я проявляюсь. Мои действия по моим желаниям идут, или я подстраиваюсь под других людей. Я этому миру и себе какую-то пользу приношу, я отговариваю себя или нет, я откладываю на завтра начать с понедельника что-то. То есть если вы не действуете, рядом с вами будет такой мужчина, который тоже не действует. Он просто ваше зеркало, который пришел и показал вам вас внутри, да, как вы к себе сами относитесь. Как только вы себя начинаете любить, внимание на себе, на своих чувствах и понимаете, что вы сейчас хотите, без всяких отговорок, без всяких страхов, идете и делаете. Получится, не получится, я не знаю, но мне интересно, как сейчас что-то там произойдет. Если я сделала хоть какой-то шаг, даже если мне не получится второй, я уже должна быть собой довольна. Я попробовала хотя бы сделать хоть что-то в сторону своего желания. И я себя за это могу любить, потому что я действую, хоть как-то. Не получилось сейчас, получится в следующий раз. Не останавливать себя, наоборот, вдохновлять. Но если вы этого не делаете, а мы привыкли с вами себя все время останавливать. Об этом как раз моя книга, вот последняя вышла, «Проработать свое мышление». Там просто курс, задание, ручку, листочек берете и выписываете ваши проблемы, ваше желание, почему я так хочу, для чего мне это дано, какие там шаблоны, что меня останавливает, какие у меня там старые привычки, какие надо новые ввести, что мне нужно делать. Вот прям берите и проходите. Я сделала это доступно. За 490 рублей вы можете пройти курс, который там стоит миллионы у разных блогеров, я не знаю, и то у них вряд ли такая информация есть. Такой информации, как в этой книге, нету нигде. Это я могу 100% сказать. Ну, может быть, что-то есть похожее. Вот. Начните прорабатывать свою лень, блин. Поменяйте свое мышление. Перестаньте есть яд какой-то, который вас отключает от ваших чувств, убирает вашу чувствительность, забирает ваше желание, который дает вам мнимое счастье. А вы просто, когда наелись, ничего не хотите, и поэтому вам кажется, что если я ничего не хочу, то у меня нет проблем. Ну, то есть я ничего не хочу, не могу думать, значит, нет проблем. Хотя они есть, да? А раз нет проблем, значит, я счастлив. То есть это мнимое счастье искусственное, где у вас есть и проблемы, все, вы просто отключили свои чувства, вы просто не хотите думать, потому что химическая еда отключает буквально на физике наши мозги. Если вы поработаете с вашим сном, с вашей едой, немного дадите хоть какой-то нагрузки 10-минутного фитнеса в день на тело, вы будете столько энергии иметь. Но дальше вам нужно, конечно, с головой поработать, со своими страхами, потому что эту энергию нужно куда-то девать. Если вы боитесь действовать, то вы впадете, конечно, в депрессию. Энергии много, да, а как ее реализовывать, вы не знаете. Поэтому вам придется работать с мышлением. Понять, что мне мешает действовать. А мне мешает действовать и отговорок, вот такой вот прям список большой. Посмотрите мой последний эфир. Я начала читать книжку до 4 главы. Я перечислила все наши отговорки, которые нам мешают действовать. Ну, может быть, не все, но большую часть. Если кто-то еще найдет, отлично. И каждую отговорку надо переосмыслить. А действительно ли это так? Действительно ли я не могу? Я вообще пробовал. А что я могу как альтернатива? Я могу просто ручки сложить после этой отговорки, либо все-таки что-то сделать. И если что-то, то что? Вот книжка вам поможет
с этим разобраться. И курс, потому что на курсе в ней есть то же самое, что есть в книге. Я взяла 3 задания курса и запихнула их в книгу, расписав их очень-очень-очень подробно. Так что, ребят, все для вас доступно и бесплатно. Заходите, курс бесплатный, книжка 490 рублей, не чисто символически. Для вдохновения написания новых книжек. Так, если вы хотите книгу в печатном виде, то тоже ссылки есть на всех маркетплейсах. Книга в печатном виде продается. Ну, то есть не электронная. Так, как принять пост акне на спине, стесняясь перед парнем? Не надо принимать. Примите, что у вас есть эта проблема, ее надо решать. Питание решит эту проблему за 2-3 месяца. За 2-3 месяца. У вас не будет ни псориаза, ни акне, ни высыпаний на коже. У вас будет чисто, ровно кожа. 2-3 месяца очистить организм и не закидывать новой химии. Если вы поменяете свое питание, как его поменять? Подпишитесь на марафон. Там стоит 290 рублей или там 400, или не знаю, сколько он стоит. Копейки какие-то. Подпишитесь на марафон, господи, «Чем накормить микрофлору», он называется. Я постоянно посты выкладываю, «Пищевая алхимия» называется этот аккаунт. И второй аккаунт «Вся правда о пищепроме». Классный марафон у ребят. Они мне не платят донат никакой за рекламу, я просто их обожаю из-за того, что они помогли мне пересесть на другое питание, и я забыла, что такое мигрени, головная боль, вообще проблемы. Даже, вот сейчас, не знаю, мальчики меня смотрят, мальчики, уши заткните, девочки, молочницу лечить не нужно, это просто очистительная система нашего организма, когда мы жрём химию. Поменяйте питание, вы никогда не увидите молочницы, никогда никаких выделений у вас не будет. Все гинекологи говорят, это естественно, это неестественно, это неестественно. Естественно, потому что вы едите то, что вы едите, то, что мы привыкли, то, что мамы наши ели, бабушки, мы продолжаем это есть. Это постоянно чистится организм и выходит всякая гадость. Но когда вы перейдете на новое питание, ни прыщи, ни псориаз, там, какие еще, у меня сейчас в голову болезни не лезут, ни проблемы по-женски у вас не будут, если вы поменяете свое питание. Но чтобы поменять питание, вам нужно еще с головой поработать, потому что едой мы заедаем проблемы, едой мы заедаем стресс, едой мы заедаем свое бездействие. Когда есть куча желания, значит, есть энергия. Как только мы что-то пожелали, у нас есть энергия на ее реализацию и все ресурсы. Но мы себя отговариваем, у нас есть шаблоны мышления, блокирующие нас действовать. И вот если мы не можем действовать, у нас в голове куча программ из-за страхов, то мы ищем средства заесть это. Поэтому, поработав с головой, заедать вы не захотите. И тогда вам легко будет поменять пищу. Сразу скажу, что перейти на другое питание значительно дешевле, чем есть то, что вы сейчас едите. Сразу развенчаю миф, что это дорого покупать там авокадо, фрукты, овощи или еще что-то. Или то, что они там не нахимичены тоже. Тоже развенчаю миф. Нахимичная зелень, нахимичная еда, фрукты, овощи, они... Фрукты, овощи – очень легко усвояемый продукт. Они, чем нахимичены, быстро выводят и очищают организм, нежели та... Так, у меня сел телефон. Нежели та еда, которая у нас сейчас в тетраупаковках, с консервантами и так далее, та не очищается из нашего организма. Она копится. Наш организм копит все токсины в теле, которые образуют опухоли. Потом у вас рак, потом у вас сахарный диабет. Потом у вас, ну, помимо онкологии, диабета, еще куча болезней. Все эти болезни нам кричат о токсинах. Понятно то, что мы едим эту токсичную еду, она уже для нас наркотик, сахар этот весь. Потому что у нас токсичные мысли с вами. Внутреннее отражает внешнее. То есть все, что вовне мы видим токсично, это внутри из-за того, что наши мысли такие токсичные. Мы все время себя останавливаем от всего. Так.
С мамой раздражение появляется без причины. Она меня просто раздражает собой, своим образом, лицом, голосом, одеждой, характером, действием. Неприятно смотреть на нее. Это я так себя не люблю. Да. Все, что тебя в ней раздражает, есть в тебе. Возьми листочек, выпиши все, что тебе раздражает, все, что тебя раздражает и не нравится. Найди это в себе. Прими, что это тоже хорошо, и попробуй, следующий пункт, к этому найти применение. Ну, например, мне раздражает этот жадный человек, я ненавижу ее жадность. Вот просто, есть ли во мне жадность? Есть. Как я могу с пользой жадность применять? Жадность до знаний, жадность до жизни, жадность до своего тела. Я не хочу отдавать свою почку, потому что она мне тоже нужна. Это же хорошо. Жадность до позитива, жадность до любви. То есть жадность — это просто чувство. А как мы его используем в негативную сторону или в позитивную, это только вот решает наш ум. Нету ничего в жизни ни плохого, ни хорошего, но нейтрально. Вопрос, как мы это используем. И вот все, что раздражает, тебе нужно понять, что это есть в тебе, и мама пытается тебе зеркалить, чтобы ты наконец-то приняла в себе эти стороны, которые тебе не хватает, твои ресурсы, твоя энергия, которые тебе не хватает для того, чтобы исполнять свои желания и идти по этой жизни легко и просто. Всегда, когда нам нужны какие-то ресурсы для реализации, а ресурсы, они обычно в чувствах. Ресурсы, они в действиях, в чувствах и... И все в чувствах, да, допустим. И мы эти чувства с вами отрицаем, мы их и не используем. Для того, чтобы мы их использовали, придут люди и будут нам намекать: посмотри, какой ты. Вот все, что тебя раздражает, это твои таланты и ресурсы, которые тебе вот необходимо в себе рассмотреть. И взять на пользу к себе. Как я могу сейчас жадность эту использовать? Там, мама мне не нравится там чем? Характером. Что у нее там с характером? Распиши, прими в себе, найди пользу. Как это использовать? И тогда ты раскроешь себе кучу энергии, и мама перестанет раздражать, и ты, наоборот, должна быть ей благодарна, что она тебе подсветила узкие места, которые в себе ты не хочешь видеть. Мы когда, допустим, есть целая медаль, с одной стороны там, медаль позитив, негатив, там черное, белое, там плохо, хорошо. И если мы отрицаем одну сторону медали, то мы не получим и вторую, у нас целого нету. Ну, как бы получается, мы не принимаем часть медали, но это же целая медаль с двумя противоположными сторонами. Мы не получим ни того, ни того. И когда нам целостности, гармонии с собой не хватает, будут приходить люди и подсвечивать все, что мы отрицаем в себе и считаем плохим, для того, чтобы это увидеть, рассмотреть и как это использовать для себя. Так, у папы деменция, недержание, да? Выжил из ума. Самое ужасное, что издевается над мамой, не дает ей спать, изводит ее. Что мне ситуация это показывает? Ну, опиши текстом все, что папа делает. Вот это ты делаешь сама с собой. То есть возьми прям тетрадку, ручку и опиши, что я выжила из ума, там, умом не думаю своим. Я издеваюсь сама над собой. У меня там недержание негатива, каких-то там мыслей, которые я не контролирую, или еще что-то. Вот все, что ты видишь, возьми подробно, распиши. И тебе надо это в себе увидеть, где ты так к себе относишься, да, чтобы поменять свои привычки, начать по-другому действовать. Так. Без единства нет жизни. Ну, да. Так, сохрани эфир. Да, сейчас сохраню. Вика, приветик. Все так, я не действую сейчас, и он тоже. Книга офигенная, кто читал, спасибо. Книга «Если бы не это, ты был бы счастлив». Или «Ты был бы счастлив», да. «Работа с мышлением». Эту книгу я сегодня в сторис опять выложила, и в постах она у меня там, в первых трех постах выложена. Все книги у меня, как вот пишут, все книги офигенные, реально, они все перекликаются, и неважно, как бы они ни назывались, про курение, про болезни, там, про диабет, они каждому для прочтения, потому что все книги завязаны только на одном — перестать себя останавливать, перестать себя критиковать, перестать там, не давать себе какую-то пользу, начать жить,
поменять свое мышление, свои токсичные мысли, начать творить эту реальность осознанно, а не вот как вот мы с вами живем, барахтаемся, непонятно. И все время всем быть недовольными. Вот нужно переключать свое внимание на то, что у нас уже есть, на то, что мы можем, мы все можем с вами, без всяких отговорок. Так, убрать корм, почистить печень, Вика пишет. Да, корм нужно убрать. Голодовка — это сила. Я не за голодовку, мое мнение. Я ем фрукты, овощи ежедневно, разнообразные. И на фруктах и овощах не продержишься долго, конечно же. Поэтому в моем рационе все виды пророщенных семян. Я проращиваю дома семена, то есть каши дают все микро-макроэлементы, все, что вообще возможно получить за день, я получаю. В вареной, в жареной пище нету никаких микро-макроэлементов. При скольких градусах, 60-40, убиваются все микро-макроэлементы, если вы жарите, парите и так далее. Плюс из-за жарки масло, столько канцерогенов, масло превращается просто в сплошной канцероген, и все, что вы едите, это пустая еда, вы просто едите мусор. Ничего полезного для клеток там нет. Голодовка классно, начать с голодовки, чтобы почистить свой организм и вводить в рацион все виды фрешев, ягоды, фрукты, орехи, пророщенную еду, семена. Я полностью отказалась от мяса, от белой муки, от сахара. Это самые-самые страшные вещи. И консервы. Консервированная еда, все, что в тетрапаках, потому что это еда не живая, а мёртвая, в тетрапаках, там, во-первых, химия сплошная, даже если что-то нормальное бы туда положили, способ обработки коробки внутри, химический, да, он очень страшный. То есть у нас сейчас возросло число, уже дети болеют, сахарного диабета, онкологии, только из-за нашей пищи. И пока вы этого не поймете, вы будете продолжать есть. Даже не так Макдональдс страшен, там какие-то бутерброды ваши, сколько страшна вообще любая химия в нашем магазине. Макароны — это страшная, ну, вещь. Если вы хотите муку, купите мельницу. Собирайте кору деревьев и делайте из нее муку. Это будет наилучший хлеб в вашей жизни. Белая мука — это яд, потому что это уже обработанная химически. Труха, мало того, что когда убрали оболочку, самые полезные вещества убрали, оставили вот эту белую хрень, еще и обработали ее химически, чтобы не заводились мошки, не заводились там паразиты, и мука хранилась. Вы едите просто жуткую отраву. Если вы перейдете на муку древесную, конопляную, вы можете молоть любые семена, совершенно любые, там, нут, горох, и печь из этого хлеб, вы удивитесь просто, насколько вы будете здоровыми, если вы хотите есть хлеб. Вот, я еще пока не пеку, потому что мне что-то вообще вкус хлеба не нравится. Может быть, попозже буду печь. Печь хлеб тоже очень легко, и самое, что классное, когда вы переходите на другую пищу, у вас освобождается время на готовку. Вам не надо вот это вот все смешивать, жарить, парить, варить и так далее. Вы замочили любые каши на ночь. Утром замоченные каши без всякой варки очень вкусные, очень полезные. Там коричневую гречку обжаренную, в которой нету ничего полезного, я не ем, да, покупаю зеленую, я ее замочила на 2 часа, все, она готова к употреблению. Добавляю все каши в салаты, допустим, помидор, огурец, апельсин, авокадо и любую кашу. Боже, это просто, ну, сказка. Если хочу сладкого, кешью, любые орехи на ночь замачиваются блендером, выкладываются там в миску, ягодки. Потом можно взять мед, смешать тоже с орехами или с фруктами, еще покрыть какой-то слой. Вот вам, пожалуйста, крутой чизкейк. Очень много ппшных всяких сладостей, если вы не можете отказаться от сладкого, как я. Я все время ем сладкое, но с натуральным сахаром, да, из фруктов, с медом хорошим.
потратиться, купить хороший, дорогой мед, все равно будет дешевле, чем покупать вот эту химию, которая в магазине. Как только мы, потребители, с вами перестанем потреблять вот эту гадость, производители поймут, что такое не катит, и перестанут вот это производить, перейдут на те продукты, которые люди уже начнут есть по-другому. То есть мы сами с вами можем поменять эту экономику всю и продукты, которые продают. Если мы перестанем покупать отраву, нам перестанут ее производить. Ну, это логично. Ну, сознание многих людей, типа, живем один раз, почему бы не отравиться, а потом через пару лет рака, диабет или куча болячек, и как бы, ну, значит, живи с этим, ты принял это решение. Так, у меня телефон, к сожалению, сел. Просто голодовки, вот отвечая на вопрос, они бесполезны, потому что вы поголодали, и на чистый потом организм вкидываете снова химию, которую вы продолжаете есть, которую вы раньше ели, у вас еще хуже будут проблемы с телом, потому что на чистый организм еще хуже будет справляться с новой химией. Вот, допустим, я сейчас перешла на другое питание. Стоит мне съесть маленький кусочек шоколадки, просто откусить. У меня руки все покрываются дикой аллергией. И я просто неделю чешусь до крови, у меня просто все вот коростой зарастает. Просто от маленькой химической шоколадки или от какой-то другой химической еды. Глоток там молока в тетрапакете. Потому что организм сразу показывает реакцию. Так, я чистый, что ты в меня тут яд опять запустил? И у меня организм сразу включает очищение, и меня может даже от шоколадки вырвать, и голова болит, и мигрень. То есть сахар мгновенно начинает действовать, и прям как похмелье просто. И если вы после голодовки будете продолжать есть, что есть, ну, будете делать себе хуже. То есть если чиститесь, то, по крайней мере, потом старайтесь хотя бы, ну, есть более чистую еду. Так, одну секунду. Ирина, у меня телефон сел, я сейчас через 5 минут освобожусь. Подождешь? Просто 5 минут подожди. Я сейчас сохраню эфир. Так, мне нужно будет идти сейчас. Подписана на канал Пищевая алхимия. Вас увидела в сторис. Начала пробовать вводить живую еду. Срывы каждый вечер. Пробуйте, пробуйте. Знаете, как маленький ребенок учится ходить. Шаг сделал, упал, не получилось. Опять шаг сделал со временем у вас все получится. По чуть-чуть в рацион. Сначала уберите синтетический сахар хотя бы или хлеб. Ну, какую-то одну штуку. Потом просто перестаньте есть молоко. Это самое страшное с сахаром вместе, да? Ешьте все там, ешьте мясо, ну, добавьте больше зелени. Там ешьте макароны, но вам нужно чай, допустим, с лимоном, воду с лимоном теплую пить, больше зелени. То есть совмещать на марафоне про микрофлору, что мне нравится, они не отрицают вообще никакую еду. Они говорят, ешьте мясо, ешьте там все, что вы хотите есть. Но вам нужно вводить в рацион пищу новую и потихоньку-потихоньку отказываться. Я переходила на здоровую пищу 2 года. Я срывалась тоже каждый день. Но сейчас я просто даже не представляю, как можно пойти и съесть вот эту химическую хрень. У меня тело настолько привыкло сейчас даже есть без соли. Мне кажется, вот несоленый салат там еле-еле посолить. Жутко пересоленным. Мне просто даже вкус не нравится. Приправы, там соусы, все кетчупы, майонезы. Они даже еду, вкус убивают. Я не понимаю, как с этим можно еду есть. В общем, потихонечку. Не надо сразу резко. Если срываетесь, ничего страшного. Какая тема? Нет темы. Нет темы. Нель, я выявлю, найду в себе то, что раздражает в других людях, и что с этим делать. Применить, например, жадность. Как жадность до знания, это как? Что делать? Найти любовь, плюсы в жадности и все. Куралай, купи мою книжку. Там все есть подробно. Так. Вы просто не пробовали побыть на воде сутки, идет очищение, просто мозг этого боится. Не, у меня голодовки были по 2 недели. Я просто к тому, что голодать, не перейдя на другую пищу, смысла нету.
если вы поголодали, очистились, а потом снова закидываете в себя пищу, ну, вы не поможете себе таким образом. Моя подружка, тренер, говорит, мучное для мучеников. Голодовки убирают все псориазы, даже рак. Рак боится голода. Это такой восторг, чувствовать себя как в детстве. А как же домашнее консервирование? Избавляйтесь от домашнего консервирования. Ну, если вы хотите здоровое тело, понимаете, здесь дело выбора. Вам нужно здоровье или не нужно? Вам нужна энергия или не нужна? То есть здесь дело выбора. Если вы хотите есть ну, ту еду, которую вы едите и консервируете все, пожалуйста. Но только потом, когда, если вдруг будут проблемы, вы не пугайтесь, не думайте, ой, за что мне такая карма? Это ваша еда просто. Вы сделали однажды такой выбор, есть такую еду, знаете, что у вас будут последствия. И если вы готовы к этим последствиям, кушайте. Мед я не люблю. Я тоже не люблю мед, но в салаты ложечку чуть-чуть добавляю. Мед и лимон, чеснок. Блин, все это сказка. Это лучшая приправа для салатов. Так. Я про умное питание. Не поголодать и есть дрянь, а думать, что полезного съесть. Это правильно. Нелли, если ты в Москве, я в Турции год живу и пока не уеду никуда. Зимой сложно. Овощи, фрукты все на гормонах. В Турции зимой, в Турции тоже зимой овощи, фрукты невкусные, такие как все на химии. Да, согласна. Фрукты, овощи, они на химии круглый год. Наши почвы все давно удобрены химикатами. Вода химическая, все химическое. Но фрукты, овощи, зелень, семена пророщенные, там, замоченные, это легко усвояемая пища, которая очищает все токсины и химикаты, которые к нам попадают. То есть мы едим то, что нас будет чистить. Если вы будете есть консервы, все, что в магазине химическое продается, да, этот продукт не чистится. Это все остается залежами в нашем организме. И вы потом, к сожалению, позже получите проблемы. Так что на химичную еду можно есть. Она очищает как раз-таки. Нам от химии сейчас не уйти вообще, ну, никак. Чистых продуктов не существует. Но, по крайней мере, мы можем минимизировать и сделать так, чтобы наш организм все время был на очистке. Если мы не очищаемся, у нас будет рак, у нас будет диабет, у нас будет еще куча других болезней. Все болезни – это еда. Но первопричина еды – это наше мышление. Мы едим, заедаем наши проблемы, наши мысли. Разобрались с мышлением, нам легко будет перейти на еду нормальную. Так, все, ребят, я пошла, телефон у меня сел, мне нужно уходить. Очень рада, что вы были со мной. Целую вас всех. Обнимаю. До новых встреч, до новых.